И всем друзья, привет, с вами Скелет. И сегодня, ребята, мы проверим, что нам дают люди за вот такой вот фрукт, Rumble Fruit. Посмотрим, что нам предложат за него в трейде. Может, что-то нормальненько, может, что-то фиговенькое. Посмотрим, что из этого получится. Это, ребята, такая новенькая рубрика у нас будет на моем канале. Я вроде еще нигде не видел. Так что, если она вам понравится, давайте набираем 20 лайков. И будет, ребята, продолжение этой рубрики с другим фруктом. Более посильнее, может, чуть-чуть похуже. Посмотрим, что я смогу найти. Так что перед началом видоса, пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал, не забудь про колокольчик, а также напиши комментарий. Ну а у меня, ребята, все. Переступаем к видосику. Погнали! Итак, ребята, давайте посмотрим, что нам дадут за вот этот фрукт Rumble. Итак, ребята, он нам предлагает лапу, да? Он нам предлагает лапу. Согласится он или нет? Что он пишет? Я не вижу. Не вижу, что он пишет, ребята. Он пишет не на английском, не на русском, я не знаю, что он хочет от меня. Ну, видимо, он добавить хочет. Он типа добавит алмаз, или он хочет, чтобы я добавил. Непонятно, ребята, непонятно. Давайте пойдем вот сейчас к этому челику, посмотрим, что он нам предложит. Итак, даю ему Rumble. Что ты предложишь? Давай-ка, дружище. Портал. Портал за Rumble. Очень часто так видел, что так трейдится. Не знаю, вроде бы выгодный трейд, более-менее, кому нужен портал, типа телепортироваться туда-сюда, передвигаться. Итак, он хочет согласиться, но я, ребят, не хочу соглашаться. Итак, ребят, зашел на другую серию, давайте посмотрим, что нам тут за Rumble. Тут два челика прям хотят, окей. Я даю Rumble, и что ты предложишь мне, давайте посмотрим. Что же он предложит мне за Rumble? Ну-ка, давай. Ну-ка, давай, давай, давай. У него есть два рабера. Ну и что, что у него есть два рабера? Или он, может, пропустил? А, Rumble, может быть? Ну ладно, окей. Давайте пойдем сюда, к этому челику. Что ты предложишь за Rumble? Давайте посмотрим. Портал. Ну, конечно же, кто бы сомневался, ребята. Кто бы сомневался, конечно. А, и Diamond добавляет. Точно так же, как и прошлый человек. Очень интересно, конечно, почему они трудятся именно таким образом. Я не знаю, если вы знаете, ребята, напишите в комментариях, я обязательно почитаю. Бомбу еще добавил. Такс, ну нажимай риди, чтобы я был удостоверен, что ты не хочешь затридиться. Ну давай, дружище. Ну-ка, ну-ка. Ну, видимо, на этом все. Окей. Так, кто еще? Кто еще? Кто еще? Давайте. Кто-нибудь, 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 кто-нибудь. Это же другой челик? Нет, это тот же челик. Давайте другого челика найдем кого-нибудь. Давайте затридиться. Хочу по-быстрому прям пули и так вот. Бзюм. И. Трейдинг квейк и стринг. Стринг, да? Стринг, да. Давайте напишем трейд Rumble. Rumble. Трейд Rumble. И кто-нибудь придет к мне? Опа. Rumble. Портал. Да ё-моё. Это либо тот же челик, либо это еще один челик, который хочет мне дать чисто портал за этого. Ну, прям я не знаю. Ну, давайте выйдем. Видимо, все люди предлагают только портала, да? Так, здесь опять тот же челик. Ну-ка, давайте, тут прям трейдерская зона собралась. Вот с этим челиком еще не трейдился. Вот так, с каким? Вот с тобой еще не трейдился. Так, ну-ка, давай. Rumble. Что ты мне предложишь за него? Феникса. Ну, спасибо. У меня, кстати, был такой фрукт. Он очень красивый, очень офигенный. Но, к сожалению, не пойдет для Rumble. И Diamond. Феникс и Diamond. Окей. Такс, и все типа на этом, да? Окей, кто еще хочет затрейдиться? Давайте пойдем сюда. Кто мне еще предложит что-нибудь? Давайте предлагайте, ребята, предлагайте. Кто-нибудь, друзья. Ладно, пойдем на другой сей. Опа, челик. А, нет, он здесь был уже, да? Я же с ним трейдился. Или нет? Ладно, давайте пойдем на другой сервер, посмотрим, что нам там еще предложат. Итак, мы на другом сервере, давайте посмотрим, что нам тут предложат. Давай, дружище, трейдись со мной, давай. Опа. Так, Rumble, держи. Что ты предложишь мне за него? Давайте, пока он думает, я напишу трейдинг Rumble. Rumble неправильно написал. Ну ладно. А, пожалуйста, он хочет бесплатно его взять, понятно, нет. Давайте тогда сюда пойдем. Итак, держи тебе Rumble. Ну давай, дружище, предложи что-нибудь, пожалуйста, родной. Ну давай. Ну ты серьезно, что ли? Ну ты что, серьезно? Ну это прям вообще угар.
Это прям угарчик. Вообще какую-то фигню предлагает. Такс. Еще кто-нибудь есть? Другой челик какой-нибудь, кто затрейдится, нет? Ну давай, давай, давай. Что вы тут трейдитесь? Я хочу к вам, ребятки. Хочу с вами потрейдиться. Давайте, пожалуйста, со мной потрейдитесь. Ну уйди ты туда, уйди. Вот мне не нужно больше всех там. Так, я зашел на другой сервер. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Я занял. Опа, давай, давай, давай. Ребятки, кто трейдит? Так, давай. И я тебе дам Рамбл. Что ты мне предложишь? Давайте напишем трейдинг. Трейдинг Рамбл. Рамбл, Рамбл. Опа. Гравити хочет дать мне за него, за Рамбл. Интересно. Нет, откажемся. Пошлите за другое место. Другой кто-нибудь? Ну не ты, ну не ты, нет, 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 не ты только. Только не ты, ты уже был. Ай, АДД. Ну, давайте посмотрим. Что ты мне добавишь? Он хочет что-то добавить. Так, лапу и гравити. Лапу и гравити? Или... Оу, ребята. Я даже не знаю. Может быть, это хороший трейд, но я, наверное, не буду трейдиться. Или все-таки стоит затрейдиться. Не знаю, не знаю, ребят, не могу сказать честно. Ну, ладно, пойдемте на другой сервачок. Итак, ребята, вот у нас последний сервер. Надеюсь, там здесь что-то нормальное продолжит. Давайте напишем трейдинг Рамбл. Рамбл. Опа. Трейдинг Рамбл и сядем сюда. Что ты, что нам предложат люди? Давайте посмотрим. Так. Будда за Рамбл? Ух ты, это, кстати, очень интересно. Очень интересно, очень интересно, ребята. Эй, друг, ты куда? Стой, 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 стой. Да ну, стой, 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 стой. Блин, он не захотел за мной трейдиться. Так, ай, я упал, прикольно, ладно. Так, ну как себе залезть-то, ё-моё. Ай, не хочет. Ладно, ребята, вот такой получился видосик. Если вам понравилась данная рубрика, данная тема, давайте наберем 20 лайков, и я сниму продолжение, либо следующую часть, не знаю, как это назвать. И какой-нибудь другой фрукт, какой-нибудь даже, может, поинтереснее, может, получше, может, похуже чуть-чуть. Ну, посмотрим. Так что, пожалуйста, ребята, кому-то видео понравилось, кому-то было интересно, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, не забудьте про колокольчик и также нажмите, и также напишите комментарий. Ну а у меня, ребята, все. Всем удачи и всем пока-пока.